Начиная с февраля 1943 года на территории района велись ожесточенные бои буквально за каждый населенный пункт, за каждую станицу, хутор. Армия фашистских оккупантов славянские земли покинула в начале апреля 1943 года, освободив хутора Ханьков, Прикубанске, Коржевске. 23 марта во всех поселениях нашего района прошли торжественные мероприятия. Поселок Совхозный от фашистских оккупантов был освобожден на день раньше, 22 марта 1943 года. И именно в этот день в прибрежном сельском поселении состоялся митинг памяти. Из-за холодной погоды прошел он в сельском доме культуры. Сегодня мы вспоминаем солдат и офицеров, павших в боях за освобождение. Работников тыла, стариков, женщин, детей, внесших достойный вклад в восстановление народного хозяйства. Сегодня задача наша, чтобы помнить те события, которые были в период войны, и передавать с поколения в поколение. Мы никогда не должны забывать подвиг наших женщин, тружеников тыла. Великая Отечественная война вошла в нашу историю как общенациональная трагедия, пережить которую мог только сильный народ. Нам есть чем гордиться, нам есть что помнить. И сегодня, как никогда важно, чтобы спустя еще долгие годы люди не забывали, как тяжело далась советским солдатам та беспощадная война. Мы должны помнить, благодаря кому мы сейчас живем на нашей земле и благодаря кому мы имеем все то, что у нас сейчас есть. И поэтому это очень важно для подрастающего поколения, потому что без прошлого нет настоящего. Под удары метронома прошла минута молчания в память о тех, кто сложил свои головы за мирное небо над славянской землей. Затем к стеле памяти, павшим в Великой Отечественной войне, собравшиеся, возложили венки и цветы. Надежда Калинина, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».